действительно для того, чтобы подпеть, поддержать Николая. Здорово, потрясающе. Октябрь Гришин, замечательный, пензенский, как сказать, руководитель замечательного коллектива. Это классик пензенский. Ну что, да, что-то не поспоришь. Ну что, да, Виктория, какую песню поешь ты? «Гадалка». «Гадалка», пожалуйста. Это, конечно, не угонщица, но тем не менее. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. В ожидании чудес невозможных постучится хоть кто-нибудь к ней, и раскинет она и разложит благородных своих королей. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать, что будет. Здорово! Ну что же, Татьяна, мы забыли одного нашего замечательного человека по имени Михаил. Михаил! Ну вот, не вопрос, так что давай, объясняю, Миш. Сейчас надо спеть без сопровождения музыки свою любимую песню. Ну, буквально несколько строчек из нее. Ты готов? Любую, только без мата. Тогда я не могу, блин. Но включен, все работает. Зритель там. Вот он. Самый лучший день! Вчера водки выпил я с ночи до утра, и пришла пора собираться в ВУЗ. Не понимай, ну и ладно, пусть. А вы смотрите, Миша. Здорово. Вот, ребята, это было для вас. Вот его, друзья. Все, отлично. Все, если что, я к себе обращусь. Татьяна, пожалуйста, какую песню будешь петь? Я спою один припев. «Червоную руду». «Червоную руду», замечательно. Червоную руду не шукай вечерами, ты у мене иди на цивитви. Повинно твоя рода, то є чистая вода, то є быстра. Чупчик у того человечка на сцене здоровский. Вот он улыбается. Ну а мы здесь тоже поем и веселимся. Все, 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 внимание на меня. Мы здесь, друзья. Юленька, несмотря на то, что вы уже спели, все равно вы поете еще одну песню.